Всем привет, с вами Скелет. В этом видосике я буду трейдить первомоментный фрукт музыки, ребята. Ну или первомоментный фрукт звука, называйте его как хотите. Кстати говоря, можете написать в комментариях, как вы его называете. Фрукт звука или фрукт музыки. Как вам больше нравится? Мне так интересно. Мне так интереснее и правильно. Ну, мне так больше нравится называть его как фрукт музыки. Если что, я его купил в прошлом видосике. Можете чекнуть видосик, сейчас выскочит подсказочка здесь. Или просто перейти на мой канал и посмотреть это видео. Ну а с тебя, как бы перед началом видосика, поставить лайк на видео, подписаться на мой канал, ну и зайти в мой Discord сервер и мой телеграм-канал. Ну а также напиши в комментариях, как тебе обнова 20. Оцени ее от 1 до 10 и что тебе больше всего понравилось в ней. Ну а я начинаю видосик. Погнали! Давно хотел купить дешевые робоксы, но не знал где, тогда тебе на RBX Camp. Лучший магазин по продаже робоксов для вас и ваших друзей. С самым выгодным курсом, ребята. Нажимаем купить робоксы. Тут вы, ребята, пишете свой ник из робокса оригинальный. А здесь вы, ребята, пишете сумму робоксов, которые вы хотите купить. А тут показывается цена этих робоксов. Потом вы нажимаете купить робоксы. И там все делаете по инструкции, создаете геймпас, настраиваете цену. И вам робоксы приходят сразу же моментально. Ссылка на RBX Camp будет в закрепленном комментарии. Держи первый саунд и давай, что же ты мне предложишь за него? Леопард, дракон, веном. Неплохо, неплохо. И гравити. Леопард, дракон, веном, гравити. Думаю, трейдик неплохой. Я бы, конечно, не трейдился, потому что мне самому он нужен. Но что считаете вы, ребята, можете написать в комментариях. По факту он находится как бы ниже, чем Феникс. То есть, ну, не знаю, конечно. Но интересно. Интересно, конечно же, что он из себя представляет по реальной цене. Но я не буду трейдить, но трейдик прикольный. Давайте ему дадим перманентный саунд. И что же ты мне предложишь? Он дает мне гравити. Гравити, Квейк. Как-то мало, как-то слабовато. Барьер. Ну, такое себе. Рабер. Ну, мало. Так, он дает дракон, контроль, веном и Близзард. В этот раз он стал давать дешевле. Леопарда не отдает. Ну, ладно. Тем более, не буду трейдить с ним. И пойду на другой сервачок. Так, даю ему трейдик, даю ему саунд. И он дает мне Близзард. Давал портал. Так, портал, окей. Близзард, портал. И все. Blizzard, портал и все. Ну, этого мало. Не-не-не. Это мало, так что давайте кто-нибудь другой. Такс, давай тебе. Что ты мне предложишь? Он дает гравити. Все дают гравити. Гравити, лапу. Ну, теперь это пейн. Такс, и барьер. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Ладно. Давайте кто-нибудь другой с кем-нибудь потренимся. Вот ты вроде бы я с ним трейдился, да? Вроде бы нет, я не помню что-то уже. Что-то я не помню, трейдился я с ним или нет. Так, веном дает. Веном еще один. Так, хорошо, Близзард. И Рамбл. Два венома, Близзард и Рамбл. В принципе, трейдик тоже такие, ребята, неплохой. Трейдик неплохой. Даже не знаю, но я бы не трейдился, но вы можете обязательно написать в комментариях свое мнение, чтобы вы предложили и вообще. Как вам данный трейд? Итак, даю тебе первомент саунд. Давай, дружище, что же ты мне предложишь за него? Кстати говоря, ребята, на этом сервере очень-таки, ребята, много людей. Так, ну это барьер. Ну, такой себе. Барьер. Квейк. Так, мало. Не то, что хочу. Вот, давай тебе, тебя еще не было. Папи 08B. Давай, даю тебе первоментный саунд. Он дает леопарда. Неплохо, леопарда. Может, даже второго леопарда. Было бы неплохо, если бы дал второго леопарда. Так, леопард, лав. Так себе. Леопард норм. Но бы еще бы что добавить. Было бы прям реально сок. Прям прекрасно. Но так вот, не. И ракету давай. Дружище, сори, но нет. Держи первый саунд, дает контроль, гравити, рамбл и принимает трейд. Ну, еще что добавит? Ну-ка, Ирлав добавил и принимает трейд. Ну, блин, ребята, я не знаю, я не хочу на такое соглашаться. Ну, даже нет, трейдик даже не так уж, вроде нормальный, но он ниже даже среднего трейда. И так что нет, слабо. Так, да вот перманентный саунд. И давай, что же ты мне предложишь за него? Он дает барьер, рабер, такое себе, вообще слабо. Очень слабо и очень мало.
Так, он с ним еще не трейдился, и у меня все залагало. Надеюсь, что Roblox не вылетит. Потому что снимаю сейчас в такое время, что Roblox сейчас очень часто вылетает. И после обнова БФ ничего не пофиксили. Но даю вот этот фруктик. Нам будет портал, барьер. Слабо. Рабер. Ну нет. Не хочу. Так, вот тебе держи. А, какой у него левел? У него максимальный, уже хорошо. Так, Венома дает. Хорошо. Квейк. Веном, Квейк. Рабер. И лед добавил. Ну, блин, ребята, нет. Так, держи пермсаунд. Он дает мне спирит, веном, близзард. И портал. Он сыпал, наверное, самое дорогое, что у него было, потому что он так быстро это кликал, просто жесть. Ну, нормально, наверное, но нет. Ну, кстати говоря, трейдик неплохой, я думаю, трейдик неплохой, да. Нормик, но норм. Так, он дает мне Pain, Love, Quake и Rubber. Ну, не хочу такое. Это прям слабенько. Так, Bills, держи перм саунд. Дружище, он дает мне Pain, такс, ага. Love. И Quake. Еще что-нибудь даст или нет? Ну, барьер дал, да. Слабо. Нет, не хочу такое трейдить. Это слишком слабенько. Кстати говоря, ребята, Darkblade выглядит очень пафосно и очень круто, прикольно. Он пишет: ааа, скелетон, у тебя все есть. Жалко, очень жалко. Ну, ладно, окей. Удачки тебе тогда уж. Пойдем найдем кого-нибудь другого. Итак, вот я даю перманентный саунд фрукт, мне дают леопарда, тесто, венома, и сразу принимаю трейд. Вот это так я понимаю, сразу нужно принимать так трейдик, хорошо, прям так хорошечно. А, ну, блин, трейдик неплохой трейд, но я не принимаю такое, но все равно, блин, трейд нормик такой неплохо. Так, даю перм-саунд, и мне дают спирит, получается, что-нибудь еще, спирит, веном, и ничего, он отменил трейд, ну, ладно, окей. Сетбой, держите первым саунд, и он дает дракона. Хорошо. Тесто. Спирит. И контроль. Неплохо. Дракон, тесто, спирит и контроль. Неплохой трейдик, неплохой, хороший такой, в принципе. Думаю, можно было бы согласиться на такой, но я не буду. Но, в принципе, неплохо. Итак, держи первым саунд. Что же тебе предложишь? Он дает дракончика. Спирит. Неплохо. Контроль. И венома. Дракон, спирит, контроль, веном. Неплохо. Трейдик хорошенький, такой неплохой. Думаю, можно было бы принять его. И, кстати говоря, просто посмотрите на вот это вот. Вы же знаете, да, что есть Headless в Роблоксе? А теперь посмотрите вот на это. Это типа появилось у нас что-то новенькое, типа прям полное тело, полное тело, которое прозрачное или что? Просто посмотрите на это, где он. Вот он. Просто что? Лол. Так, я даю первым саунд. Он дает мне Буду, Квейк. Рабер. Маловато. Так, держи пермсаунд. Он дает мне рабер. Неплохо. Супер, просто супер. Отлично. Прям тот фрукт, который я так очень сильно хотел за пермсаунд. Давайте что-нибудь другое. И у меня лагает интернет. Либо не интернет, а скорее всего лагают серваки Роблокса. Ведь именно так и есть. Так, Ред Донни. Держи пермсаунд мой. И он дает мне гравити. Лав. Квейк и барьер. Лав, квейк и барьер. Ну, блин, это ужасный трейд. Это ужасно. Нет, это вообще ужас. Так, все трейд, я такой не хочу трейдить, нет уж. Итак, он дает мне спирит, барьер, рабер. И может что-нибудь еще хотя бы так для приличия дашь или как? Ну что и. Ну, блин. Нет. Один спирит я не буду принимать, потому что барьер и рабер, ну, практически ничего не стоят. А вот спирит, ну да, ну слабо, мало, надо больше хочу. Так, я даю, первым саунд мне дают Венома, Пейн. Так, что-нибудь еще, Лав, окей, и Квейк. Ну, маловато. Может, Пейн сейчас мог бы подняться в цене, но не настолько. А Веном, один Веном, который здесь стоит нормально, ну, нет. Хочу еще дальше потрейдиться. Чёт, держи, первым саунд, он дает Айс, супер. Прям такой тот самый фрукт, который я очень сильно таки даже хотел за мой перм саунд, конечно. Итак, я написал в дискордике трейжу перм саунд. И тут мне пишут, получается, такс, 4 дракона, 4 леопарда. Это получается 4 дракона и 4 леопарда? Неплохо. Но опасный трейдик. Так, этот мне дает 2 леопарда. Потом 3 леопарда и дракон for перм.
Неплохо, 3 леопарда и 1 дракон. 2 теста и... что-то еще, не знаю что. А, и 2 леги добавляет. А, просто леги, не знаю, ну. Мамонт, 3 дракона, контроль и шедоу. Неплохо, неплохо, но... Не знаю, один мамонт. А нет, хотя мамонт и 3 дракона нормально. Так, 1 леопард, 2 дракона и контроль. Блин, ребят, трейдики прям такие хорошенькие. Прям трейды хорошенькие, такие неплохие предлагают. Окей. Такс. Леопард, дракон, спирит, контроль и фор пирамин магма. Оу. Ну нет, нет. 3 леопарда или 7 драконов. Нифига себе. 3 леопарда или 7 драконов. Неплохо, неплохо так он предложил. Окей. 6 леопардов. Офигеть, они предлагают. 6 леопардов. Это же очень много, ребят. Так. I have spirit and venom. Ну, дружище, сорян, это мало там. 3 мамонта for sound perm. Неплохо, 3 мамонта за perm sound. Нормально. Так, это предлагает мне 4 дракона. Ну, тоже неплохо. Так, Лео, 2 дракона, тесто и за perm sound. Это. Неплохо таки. Блин, трейды прям реально такие очень хорошие. Так, 4 леопарда и 4 дракона. Неплохо. Блин, трейды, ребята, мне очень нравятся. Трейды мне очень такие нравятся, очень много чего предлагают. Хорошо, неплохо. Итак, вот у нас наше видео подошло к концу. Нам очень много чего предлагали. И даже в дискорд-серверах очень такие неплохо таки давали, ребята. И в трейдах в игре. Так что, ребята, фрукт саунд, еще особенно первоментный, сейчас очень такие весьма хорошо ценится. Так что, если у вас есть возможность, я вам советую покупать его, потом трейдить леопарды, которые вот там давали драконы на геймпасы, потом эти геймпасы на еще что-то. Ну, короче, вы поняли, проще заняться таким трейдингом жестким. Потому что первый саунд сейчас очень таки весьма как бы ценится. Да и сам фрукт по себе всем очень таки даже нравится. Ну ладно, вот у нас наше видео подошло к концу. Так что с вас обязательно лайк на это видео, подписаться на мой канал. Ну а также заходи в мой Discord сервер и мой телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. Ну а я заканчиваю на этом видео. Смотри мои другие видосики по обнове 20. И всем удачи, и всем пока-пока.